дети, мы голодные. Или выдали центру, а мы тут ханжос. Так, отстой, отброс. Наши дети недостойны еды. Поняли? За что мы воюем? Я собиралась в ДНР. За что? Захарченко, пожалуйста, отдай нам наши деньги. Накорми наших детей. Хотя бы уже гуманитаркой нам ее не дают. Мы никогда не станем на колени. Фашизм не придет. Нас эмитеров уже хотят поставить. Как говорится в простонародье, буквой «Зю». Не получится. Мы сила, народ. Нас много. Майдан не есть, это вся Украина. И Донбасс, мы их кормим. И должны потом еще кормить их дальше.